Кировский районный суд вынес приговор бывшему полицейскому Николаю Старцеву. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения и бегстве с места ДТП. Авария, которую он устроил, обернулась тяжким вредом здоровью других омичей. По данным следствия, 31 октября 2021 года около 7 часов утра 29-летний обвиняемый, тогда еще инспектор ДПС, на «Мерседесе» проехал перекресток улицы Коневой 3-й Енисейской на красный свет, врезался в «Ниссан». 58-летний водитель иномарки и его 60-летняя пассажирка серьезно пострадали. После аварии инспектор скрылся с места происшествия. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, но в последнем слове перед приговором изменил свое мнение. После возбуждения уголовного дела Старцев был уволен из органов внутренних дел. Суд назначил виновнику аварии наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.